Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами сделаем поделку лягушка. Она умеет прыгать. Вот так. Для этого нам понадобится квадратный лист зеленой цветной бумаги. Мы его сворачиваем вначале пополам. Проглаживаем. Затем сворачиваем по диагонали, совмещая углы и стороны. С одной стороны и точно так же с другой. Разворачиваем и видим вот такую снежинку, которая у нас получилась. Затем повторяем сгиб пополам. И здесь нужно сделать такой прием. С центральный уголок загнуть в середину. С одной стороны и точно так же с другой. Наши линии сгиба помогут сделать это не так долго. Затем у нас получилось две стороны, одна и другая. С одной стороны мы сворачиваем к центру наши створки зеленой цветной бумаги. Вот таким образом. Обязательно проглаживаем каждый сгиб. Затем отворачиваем створочку в другую сторону. От центра к сторонам и проглаживаем. Вот так должно получиться. Теперь мы переворачиваем нашу лягушку и вот таким образом заворачиваем заднюю часть. Вот так, к центру, а теперь точно так же от центра. Прогладили линии сгиба, переворачиваем нашу лягушку и делаем ей лапки, которые как раз и помогут совершить прыжок. Вот так и в обратную сторону. И точно так же делаем с обратной стороны. Так, лягушка готова. Теперь мы сделаем ее живой, приклеим ей глазки. Я их заранее заготовила. Нам понадобится клей-карандаш. Точечными движениями наносим его. И приклеиваем глазки нашей лягушки. Еще раз проверяем линию сгиба. И совершаем прыжок. Вот такая лягушка у меня получилась. Я надеюсь, у вас получится еще лучше. До свидания.